Приветствую, бойцы! Как у вас дела, как настроение? Как видите, с новой системой начисления очков я стал мастером 1. Спустился из чемпиона в мастера. Ну и, в принципе, неудивительно. Играешь когда гонку, постоянно проигрываешь, и у тебя, соответственно, все меньше и меньше очков тебе дают, ты, соответственно, опускаешься, являешься опущенным. Вот теперь киберсоник опущенный. Но я надеюсь, подымусь. Потому почему? Надо быть в чемпионах хотя бы ради того, чтобы здесь открывать сундучки. Один сундучок бесплатно вам дают, потом еще три. Можете посмотреть за рекламу. Вот уже там 2 ляма серебра вам каждый день. Как видите, изменения по ангару. Я на дракона поставил драгуны. Что-то разработчики добились, по-моему, своего. Эведжеры реально перестали тощить абсолютно. Смотрел, играл после очередного нерфа эведжеры и понял, что они меня не устраивают. Вот поставил драгуны, ну, вроде ничего. Драгуны даже не нерфили, разработчики забыли про драгуны. А почему? Ничего они не забыли, они смотрят статистику. В бою увидели драгуны? Не видели. Вайперы, ну, более-менее встречаются, их понерфили. Драгуны никто не нерфил, потому что их нафиг в игре ни у кого нет. Ими как-то люди не особо интересуются. Все будете качать? Понерфят обязательно. Сейчас особые поставки пооткрываем. Ну, откроем одну. Дали энергоблоки, теперь по новостям. По новостям рекомендую заглянуть на канал VR Commander и посмотреть нового робота, новых пушек. Там у него куча роликов есть. На роликах, ну, можно посмотреть, там на бегемота поставил. Так лагало, я просто в шоке. Вот этот ролик. Кстати говоря, не знаю, как сейчас. Вчера играл, и я уже играл почему-то на азиатском сервачке. Куча было азиатских ников. И лагов было раза в два меньше. То есть, если, не знаю, сейчас еще не разыгрывался перед записью, посмотрим, если буду играть на азиатском сервачке, то будет вообще все работать как швейцарские часы идеально. Так, Воробот.рус нам вещает хакер, мокрый хакер. Данная рубрика, скорее всего, Воробот.рус и сливает разработчики непосредственно, потому что все открытые источники я проверяю, штудирую, дискорды, фейсбуки, твиттеры, хренитеры, нет этой информации. То есть, ну, значит, они сотрудничают с пиксониками, проверяют общественное мнение, предварительное. Итак, будет новый титан, который будет таранить всех. Робот, какой-то робот-таранщик тоже будет как-то таранить, там новые пушки, какие-то дробовики новые. У нас есть тандеры, всякие гасты, шторма, какие-то то же самое, только по-другому называется. Гром какой-то. Гром, да. Огнестрельное вооружение. Также новые модули будут. В общем, много тут написали, поэтому зайдите, почитайте. Ну и лайкосик поставьте. Ну, сейчас мы активно тестируем вот ремастер. Причем по два раза в неделю. Участвуйте в тестировании, вы можете там и 400 голды получить, если видео запишете, можете и соловья, 1000 соловей вот недавно раздавали, поэтому настоятельно рекомендую, кто хочет на халяву что-то получить, заходите в VR тестовое подразделение, естественно, скачивать клиент, все проверять и, соответственно, получать халяву. Я скачивал, хотел поучаствовать. Хрен, говорит, на эмуляторах новый клиент не запускается. Интересно вот, что будет дальше, с интересом понаблюдаю. Как вообще будут эмуляторщики, кто играет на компьютере, используя эмулятор, там, ну, LD Player, BlueStacks самый популярный, мему также используют, я раньше на ней сидел. Как вот будем мы на них играть, если тестовый клиент не запускается? Ну, возможно, какая-то лазейка там найдется, там, костыльку-то будем применять, там, не знаю, через пень колоду запустим, ну... На чем я играю, основной клиент у меня работает, да, LD Player 64 бита, Android 7, там не запускается. И я даже пробовал все эмуляторы, у меня 5 штук, BlueStack 2, 3 LD Player, ни на одном не запускается новый клиент. Но вы, если у вас работает, участвуйте, видосики записывайте. Акция Super Mega улучшение, быстрее, прям там скорость... Катастрофично, очень быстро все улучшается. Но, соответственно, серебра, ценник по серебру остался прежний. Поэтому, если серебро есть, хотите время сэкономить, улучшайте. Также и дроны можете использовать бесплатно. Со 2 октября по 5 октября время написано. Так, можете посмотреть красивую графику. Вот это старая графика, вот это новая графика. Только это новая графика у меня на LD Player и BlueStack не запускается. Хорошечно. И заключительное обновление систем лик. Вот я, соответственно, попал в эксперты. Потому что моя команда не тащит. Постоянно тут минусуется. У меня постоянно мы проигрываем. И все. Пиши пропало, я не могу открыть чемпионский сундук. Ну, в общем, система, получается, работает.
Да. И получается, что мой ангар, играю 5 лет, и я не являюсь чемпионом. Ну, скорее всего, это и есть правда. Скорее всего, я, наверное, всегда уже буду сидеть в этих мастерах футоэкспертов. В мастерах буду сидеть. На самом деле, мой ангар не топовый. Полетели воевать. Итак, полетели, кэши почистил, тени работают. Сейчас мы будем кемперить. Вон, видим впереди болварка на драгунах. Ну и, в принципе, огневая мощь у нас сравнимая, одинаковая. Конечно, я могу подлететь поближе, на расстояние 350 метров и ближе, и заливать с помощью огнемета, если огнемет не затупит. Также я могу взлететь, и, соответственно, у меня будут совершенно другие углы обстрела. То есть я более, так скажем, высокую позицию займу, и мне будет более удобно стрелять. Вот Блиц меня прошивал кварками и, соответственно, проклял мне орудийные системы. Пушечки мои родимые. 12-7К2. Так. Ой, тихо-тихо. Ой. Что-то я какой-то косой. Так, тихо-тихо. Булок, закрывай меня своим щитом. Так, взлетаем. Булор что-то особо не спасает. Враг на нас нападает. И, кстати говоря, тоже подписчик заметил. Ну, в принципе, верно заметил. У меня огнемет стреляет. Иногда, в общем, не стреляет нифига. Также он написал, работает огнемет и у него. То работает, то не работает. То есть разработчики что-то опять накосячили в предыдущем обновлении. Скорее всего, потому что ранее не замечал, чтобы огнемет сам по себе отключался или не включался вовремя. Лагается. Азиатские все равно ники есть, но азиатские ники... Ой, тихо. Малыш, а что по мне? Бам. Блин, у него хпшки очень мало. Цербер, у тебя пушки-то немножко низко расположены вроде бы. Слева вон, у тебя пушечки две. Попал, да? А, его убил личонок. Так, азиатские символы. Ну, есть ники азиатские, но что-то как-то не засилие. Вчера вечером играл, там просто было до хренища моих азиатских собратов. Издалека, видите, урон хороший. Ну, я и раньше называл драгуны вооружением с большим разовым уроном. Давай. Потеряем мы маячок, но в этом случае нужно что делать? Ну, я думаю... А, мы играем превосходство. Что ж поделать, а? Тогда мы не будем робота скидывать. Угу. Тогда мы прячемся. Ну, понятно, что я играю там или мастер, или эксперт. Возможно, еще хуже. Я не тащу нифига. Почему не тащу? Ну потому что наша команда, ну, кругом долбоежики. Называйте вместо долбоежиков меру своей испорченности. Можете другое, смело другое можете называть название. Матершинное. Вообще просто мертвечина, сплошная мертвечина. Кто там, Фалкон что ли? Фалкон, да. Ну вот я что-то пытаюсь сделать с этой мертвечиной. Вон, видите, Буллард пошел по открытому пространству, нужно от укрытия работать, а он лезет. И причем его никто не обижает. Очень странно. Фалкон снял защиту. Я так и хочу выиграть, буду и бежать за маяками. У нас превосходство, как я понял, этот режим. Превосходстве тоже нужно маячки как-то, как ни странно, захватывать. Попадаю, нет, не попадаю. Сейчас будем взлетать, и мы будем что делать? Личинку обижать. Углы обстрела другие. Понятно, личинка растопырилась. Тихо. Дракон летает сейчас очень непродолжительно. И меня сразу мочканули. Так, наверное, надо брать сейчас скорпиона. Возьмем глайдер. Дрончик. Дроны сейчас используются бесплатно. Ой. Понятно, здесь мы проиграем. Наши долбоежики не могут даже респовый маячок оборонить. Я играю сейчас только в быстрый бой. В гонку за маяками я уже не играю. Вообще, ну, в гонке за маяками может тащить только товарищ Гликман. Причем это не шутка. Не шутка. Почему? Потому что он один может всех поубивать. Он один может всех поубивать. Он воюет за 10-рых, за 100 бойцов. Потому что, как правило, подбор, не то, что как правило, ну, в последнее время когда стал подбор гораздо хуже. Ну, разработчики, ладно, опять критика начнется, по факту судим, да? Подбор стал просто бомбезный. Бомбезный от того, что тебя начинают бомбить от подбора. Так, вроде как нормально. Пожалуйста, не отдавайте тут маячок, и будет все у нас зергутер. Давай я на подстраховке. Убьешь его? Тебя заморозили, бедняга, бедолага. Захватываешь? Парень, только, пожалуйста, прячься. Сейчас постараюсь этого запилить.
Блин, мне придется вниз опуститься, да? А вот точка, нашел точку. Отлично, запилили. Рванина. Ага. Рванина-то маячки не... Опа-на! Маячки не берет. Топы или полностью... Можете понаблюдать, или можете меня послушать. Топы или полностью отказались от рванин. Или значительно уменьшили количество рванин в своем ангаре. Ну, сейчас, скажем, переходите на хоков. Хоки, скорпиончики, соловьи. Вот, так скажем, опять началось многообразие в игре Warobus. Ну, пиксоники, опять начинается критика. Но это не критика, это просто верно подмеченные факты. Пиксоники нам чешут лапшой на уши, вешают, что вот мы за разнообразие, там хрена с два. Им бы лишь бы сейчас продать хоков и скорпиончиков. Скорпиончики новые роботы, топы играют на скорпиончиках. Скорпиончики почему? Очень хорошо режут хоков. То есть антихоковский робот. Ну и еще и скорпиончики, как ни странно, хорошо берут маньяки. Говорили там, ой, ну я также начал людей слушать. О, скорпион с маяками не очень хорошо дружит. Ну, в смысле, захватывает. Не предназначен. А оказалось, враг стоит на маяке, ты телепортируешься, врага убиваешь. И вот уже маяк у тебя... Что-то я засиделся в девках, надо было пораньше валить. Сам дурак, да, сам дурак. Мог себя значительно поберечь хпшку. Итак, постоянно мы прессингуем, атакуем, мы проигрываем. И потом киберсоник куда будет опускаться? Еще ниже, еще более будет опущенный. Так... И я бы не сказал, что от того, что меня опустили, стало мне играть лучше, легче или подбор стал лучше. Нисколько, ничуть. То есть я сейчас не чемпион, я сейчас просто стал меньше получать ресурсов. Из этих ежедневных поставочек. Вот, в принципе, и все, чего добились разработчики своим изменением. Так, уходим в астрал. Астрал 2 секунды, 1 секунда, сейчас резко взлетаем. 21 тысяча хп. Но меня они решили добить. Так, ну сейчас надо брать соловья. Ситуация критическая, по маякам мы сильно проигрываем. Если ничего не предпринять, мы проиграем. И даже если и что-то предпринять, мы все равно проиграем. То есть, что мы наглядно видим? Вот сейчас меня пустило в мастера. То есть мастера постоянно путают с экспертами. В мастерах я сейчас сижу. То есть мой ангар сейчас тащит? Нет, нисколько. Почему? Потому что люди, что в мастерах, что в экспертах, что в чемпионах, все ангары там одинаковые. Ну, то есть вы смело можете встретить гриффинов в чемпионской лиге там, ну или в мастерской или экспертной, и соответственно воевать против хоков там и так далее. Так, вот сейчас видите, я опять думаю головой, играю не руками по факту, а от головы играю. И это приносит успехи? Ничуть, потому что Warobots — это командная игра. Как бы вы ни хотели, как бы жопу не драли, в жопу драли, как-то неправильно, да? Как бы не старались, в общем, вы ничего в игре Warobots не достигнете. Вы должны купить там ангар, ну или голову, да, на плечи там себе и, соответственно, вашим придуркам, которые вот они, придурки, сильно играют. Вообще просто... Ну пусть будут тупицами, что стесняться, ну тупицы. Потому что меня уже реально бомбит. Это самое культурное слово, что могу сказать. Титан или хитрит меня, хочет вытолкать из маяника, или нет. Нет, не хитрит, по-моему. В астрал уходить нельзя, поэтому взлетаем. Взлетаем. Он меня зажал, я ему пушки проклинаю. Сейчас его другу тоже пушки прокляну. Сработало. Стреляем. Помогите, пожалуйста, с титанчиком. Робкая, очень робкая надежда появилась на победу. А, вот так даже. Классно. Так, полетели дальше, сейчас смертелочка. Взяла скорпиончика. Ой-ой-ой-ой-ой, что я вижу, что-то опасненькое. Сразу люди берут кока. И пытаются из роботов приготовить консервные баночки. Поджарить, в общем, чтобы содержимое в баночках спеклось. И давление поднялось. Так, малыш, ты куда бежишь? Малыш поставил точечку. Сейчас телепортнется обратно. Или ты тоже из этих? А он тоже из этих. Ты что, на фантоме не умеешь играть, блин? Ну ты балбес. О! Блин, убегает. Я вот, местечко здесь хорошее. Думаю, это местечко меня бы... Опа-на! Вот так, значит, да? Так. Я захватил его. Резко сокращаем расстояние.
Давай, давай, ноги разворачиваем в его сторону и начинаем ушкварить. Понятно. Там один прикрывает другого. Так, вот, видите, вовремя развернулся. А, вот так, да. Ни хрена себе, сказал. Я играю на Азии вроде бы, да? Они сделали свое коварное дело. Японский квадрокоптер. Они играют опять лучше, чем мы. Где мои коллеги? Мы должны, блядь, ты муха, держаться вместе, блин. Когда кому-то из нас телепортируется, соответственно, прикрытие должно быть. Да. Вместе, вместе, командная игра. Как это ни странно. Представляете, здесь соляки не поиграешь. В режиме против всех, да, это как бы смертельная битва. Прикрывать нужно, друг от друга недалеко держаться. Не то, что нужно, как стадо баранов, вместе быть. Прям вплотную. Нет, нет, нет. Примерно неподалеку. Ну опять, я вот видите, пошел вперед, они все сзади. На меня сейчас нападут, и я ни черта не смогу поделать. Ну давай телепортируемся, не знаю, попробуем. Угу. Пожалуйста, ну прикрывайте мой зад, хоть кто-нибудь, а. Ну не тупите, я вас умоляю. Ну вот, опять началось. Я про что говорю? Балбесы, они балбесы. Ой, как с вами тяжело. Поняли, почему меня парень не убил? Потому что он играет на дробовиках. Так, меня Хок пытается убить, я, короче, сюда иду. Он на дробовиках играет, он тупо по мне не может залить урон. Прикиньте, да? Вот дробовики сделали. Что с ними? Так, телепортируемся обратно. Немножко мы его запутали, но он меня всосался. Мои союзники. Ну реально, балбесы, по нему тупо долбят и меня убили. Репульс, видели? Репульс. Киберсоник умер от репульса. Ну, кругом дебилы. Возможно, я какой-то погорячился, сказала, да? Ой. Это вообще просто ужас какой-то. А как по-другому? Ну, какое слово мне употреблить? Когда тебя убивают с помощью репульса. Уже все знают, как работает способность у лича. Все знают. Но нет. Они продолжают меня убивать. Никто меня не прикрывает. Вот это какой-то донатер, по-моему, или ютубер какой-то там. Ты что, ютубер? Это ютубер, наверное, какой-то там из своей азиатской стороны, там, японский, наверное, какой-то, корейский ютубер с поддержкой, да? Или донатер. Ну, в принципе, по барабану, какая разница. В общем, у него там что-то супер-мега-крутые пушечки, современнейшие, снайперские. 800 метров стреляют, которые. Так. Ну, потихоньку идем. Вот здесь мы поможем. Ага. Пожалуйста, прикрывайте мой зад, надо как бы, чтобы вы неподалеку держались. Вон, видели, что скорпионы творят? Вас жизнь чему-то учит? Держаться нужно не в... прям рядышком, но неподалеку. Ничему жизнь не учит. Вот сейчас скорпион меня выбирает, смотрите. Давай, давай. О, сейчас к нему телепортнулся. Запилили его. Ай, возможно, я чересчур сильно много ожидаю от рандома. Да, на то он и рандом, что просто здесь кто в лес, то по двора, по дрова, двора. И сплошные эгоисты. Им по барабану, что киберсоник умрет от репульса. И они, главное, стреляют, набивают домашку. Да не главное, серебро. О чем думает соловей, я даже не знаю. Давайте посмотрим, то немножко постреляем. И ловим соловья. Убьете без меня? Аллилуйя. Так, дрон, напоминаю, у меня этот глайдер. Это который у меня там стоит чипы на понижение атаки. Проклятие орудийных систем. Волшебный дрон. Так, ты у нас там кто? Такой смельчак? Смельчак, ты кто? Дракон вообще играет просто как Рачелло. По открытым пространствам ходит. Тихо-т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 ихо. А ты кто? Исчез. А, это значит скорпиончик, понятно. А где тот? Того, что уже запилили? Еще и толкаются. Тут реально Рачеллы. Сейчас вы скажете, ты его подпер. Да как бы я не подпер, я этого убил. Он просто взял и передо мной под ногами трется у меня. Я тут при чем? Отстань от меня, блин. Малыш. Далековато. Так, скорпиончик. Нет, не скорпиончик. Какие-то такие бредовые бои. Можешь мне обратно в гонку возвращаться? Там где-то у вас этот, вкусняшка летает. А почему я стрелял по нему? Эх, ни по кому не могу пострелять.
Так, а ты у нас тут донатер? Донатер, не донатер, признавайся. Давай, давай, коррозия, 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 коррозия. Сейчас мне еще минг долбанет. Ой, хорошо, что не долбанул. Ой, 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 малыш, малыш, малыш. I need help. Так, мансим. Влево-вправо дергаемся. Но до ластенда меня дожгли. Хулиганы. Так, о, вот это моя цель. Жгем, жгем, жгем. Второго жгем, жгем, жгем. Возвращаемся. Где-то здесь безопасное место. Твою медь, все, попрощаемся с Хоком. Одно неосторожное движение, ваш Хок трупак. Опа, она, я почему-то выжил. Ага. Повезло, это чисто везение было. Так, извиняюсь, если я погорячился с характеристикой моих вот этих вот синих друзей временных, блин. Ну это, представляете, вот вашего, вас бы убивали бы чисто из-за того, что они лича долбят. Опа-на, он приземлился. В 2020 году, когда уже все знают, как работает способность репульс. Так, сейчас, скорее всего, мы с Хоком попрощаемся. Да, я не смогу его убить. Давай, 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 давай. Ага. А может нет, да. Так, ну и что? Теперь мы будем идти. На Титане будем идти. Скоро, думаю, и дроны на Титанах появятся. Также Петр прочитал уже подробные ответы Петра, который до этого вкратце пробегался. Он говорил, что, ну, с большой долей вероятности будут, соответственно, покраски на Титана. Ну, где покраски, там и пассивные, активные модули, там и дроны, там они будут, в общем, сочинять. Ну, возможно, ну, тут вариантов может быть много. Так, хорошо, что Воробот.рус там дружит с пиксониками там, и нам информацию потихоньку сливает. Примерно известно, что будет. Но это этот мокрый хакер, рубрика, это, естественно, не финалочка. Все может быть поменяться в любой момент времени. Всосался в меня. Всасывался, не Титан по барабану. Так. Все, кончились? Красные богатыри. Давай. Тара-та-та ему делаем. Давай. Вы поняли, да? No comments, как говорится. Сам дурак. Но зато сейчас я буду сам себе восстанавливать хпшку. И в итоге больше дамага по итоговой табличке получу. Якобы это... Ну, это не дамаг, это... Не знаю. Сделали бы уже... Зачем они в дамаг запихивают ремонт? Я не знаю. Странные пиксоники. Есть раздел дамага, ну и пусть там будет дамаг. Если хотите показывать, соответственно, там, так можно и урон по щитам туда считать. Чего урон по щитам туда? Урона нанесено 1990, прям черным по белому, нет. Голубым по синему написано. Не, голубым по болотному написано. Урона нанесено. И причем урон и нанес там 1,5 миллиона, а на самом... Ну пиксоники, ну что за бред вообще, а? Почему урон по физ щитам вы сюда не плюсуете? Тоже по счетам идет урон, считайте, там уже 2 ляма 200 будет там. Еще чем-то там посчитайте. Ну ладно, полетели дальше. А вот сейчас запихало меня через быстрый бой мой любимый режим гонка за маньяками. Люблю я маньяков. И я вот смотрю. И все-таки на самом деле я играю на азиатском сервачке наконец-то. Напоминаю, у меня, так скажем, из моего окна видно Китай, так скажем. Я живу возле Китая. Россия страна большая. И взяла в гонке за маяками Соловья разбойничка. Потому что для гонки за маяками само то. Я, конечно, Соловья раньше берег для, так скажем, ну, критической ситуации, когда уже совсем просто, ну, жопа. Канал у меня неофициальный, фановский, поэтому слово жопа я на нем употребляю. Так, материться себе не позволяю, все-таки думаю, это переборчик. А вот слово жопа само то. По-другому оно положение в игре Warwoods и не опишет. Так, постараюсь я этого соловья вытолкать отсюда. О, а к нам бежит наглая, оборзевшая рванина. Да, рванины. Почему топы избавляются от рванин? Не то, что они продают его, а возможно, кто-то и продает. Потому что рванина маяки теперь уже не держит. Уходит в астрал, и астрал, соответственно. Вы опять начинаете тупить. Вот когда такое происходит, меня начинает бомбить. Когда отдаешь своего робота. Так, уйдем в астрал, потому что вроде бы дракон в маяк стал.
Я, конечно, понимаю, что за в гонке за маяками, за маяки нужно робота отдавать, но когда отдаешь робота по-глупому, это потом начинается у меня бомбическая, соответственно, ответная реакция. Ага. Выбираем, где меньше всего врагов, и там летим, маяк захватываем. Соловей, видите, мы фланги растягиваем, а соловей с одной стороны маяк захватывает, я на соловей на другой маяк захватываю. Ну и, соответственно, враги начинают уже теряться, куда да чё. Чё да где. Теперь я пытаюсь соловья сохранить, ибо в гонке за маяками соловья нужно беречь. Он еще, ну, он играет на таранах, можете сказать, что тараны шляпа. Ничего подобного. Нормально играется, на расстоянии 350 метров урон залетает. Ну, и причем их даже апнули. И тем более, они тараны и магнумы у меня... Что там, хедер, да? Понятно. 12 МК2. Что магнумы, что тараны. В общем, все зергутер. Все высший класс. Как можно больше врагов проклинаем. Играю на азиатском сервачке, но лаги присутствуют. Посмотрите ролик у Гликмана, который там все там обсирает эмуляторщиков. Ну, Гликман, ну ты дядя уже 100 лет тебе в обед, а? Обсиратель. У тебя у самого как все лагает. Причем это не зависит, какой у тебя интернет. Ситуация кардинальным образом поменялась. Сейчас у нас куча маяков. Итак, были единичные подлагивания. Да, иди-ка ты в лес. Вот теперь я уже могу с соловьем попрощаться смело. Теперь мне его не жалко. Я вижу, что дело сделано. Все отлично у нас. А, видите, сейчас меня... Но видите, еще можно на соловье играть. Почему? Потому что он пушки этим мингом проклинает. Минги потом вообще охреневают с этого соловья. Он и маяки хорошо бьет, и нерфит орудийные системы. Ну, в общем, Гликман там, ой, эмулятор. А самого там ролик, когда там на этих новых пушках... Зачем вообще такой ролик ты выложил? Я просто в шоке. Там вообще просто он не понял, как пушки работают. Стреляет на этими 800-метровыми пушками на расстояние гораздо больше. И в ролике сказал, что, ну, я, типа, не знал, как стреляют эти пушки, на какое расстояние. Не знал, еще и забыл. Ну и зачем ты такой лагучий ролик и такой дико неинформативный, да? Ну где ты ракуешь выкладывать? Я хрен его знает. Запиши другой. Я не знаю. Там так у него лагало, я просто хрен его знает. Ни словом писать. А что так вы по-слабому враги-то играют, а? Вы что так ракуете-то? У вас же было 4 маяка, я начал немножко даже бомбить от этого слегонца. Ха! Дот-эффект убил. Ни хрена себе. Победа. Да, классно. Давайте теперь посмотрим. Вот отыграло 3 боя, один, правда, вылетел. Он там почти до конца его провел. И посмотрим сейчас, что у меня творится с моей лигой. Ну, с очками этими. Поднялся, не поднялся или еще более опустился. Ну, 3-е место. Ну, думаю, для меня это само то. Здесь награда что? Прогресс плюс 5, очки клана плюс 10. Залазим обратно в статистику. Ну, чтобы залезть в статистику, нужно немножко подождать. Мы же никуда не торопимся. Прокачка нашей игры долгая, лет 5. А пока ты это прокачишь, все это понерфится. И теперь посмотрим статистику. Ну, еще 5 лет подождем, пока все откроется. Ё-моё. Давай быстрей. Да, прям просто починили все. Так, ну и что поменялось-то? Ничего не поменялось, как был в мастерах, как было меньше 5000 кубков, так и оно и осталось. Когда вы достигаете 5000 кубков, у вас начинается испытание. Испытание происходит, если правильно помню, 5 боев. Если вы 5 боев отыграете отлично, и после 5 боев у вас останется 5000 кубков или больше, вы станете чемпионом. Так что мне еще до чемпионов расти и расти. На этом все, пока.